Друзья, всем привет! Сегодня я расскажу, как решить задание номер 16 из ОГЭ за буквально 7 секунд. Смотрите, задание там часто бывает таким. Нам дается окружность, то есть колесо и спицы. Дается количество спиц, то есть обозначим за n. N равно какому-то числу всегда бывает. И задание найти угол между этими спицами. Как это сделать за 7 секунд? Смотрите, то есть, допустим, n у нас равно, например, 24, да? То есть 24 спицы, если здесь было бы. Как решаем? Засекаем время, 360 мы делим на 24, получаем, сокращаем здесь 2, здесь 3, то есть 30 делим пополам, 15. Ответ 15. То есть реально задание решается за 7 секунд, потому что, ну я думаю, вы уже поняли, да? Вся окружность 360 градусов, 24 спицы образуют здесь ровно 24 таких угла, и, соответственно, мы делим 360 на 24. Вот и ответ 15. Всем пока!